У нас очень эти препараты важны для профилактики таких серьезных заболеваний, которые у нас есть сейчас. Это ложно-мучнистая роса огурца, которую в основном погибает урожай. Плюс угловатая бактериальная пятница, свинья тоже огурец погибает и в теплицах в открытом грунте. Фитофтора на томате и переноспорос на луке, который тоже поражает основных. Также куча культур, начиная от плодовых, парша и все остальное. Но не